Пройти мимо такого холодца просто невозможно. Креативную задумку воплотили представители Логиновской клубной системы. Каждая планета съедобна. Есть и Юпитер, и Марс, и, конечно, Солнце. Настоящее произведение искусства. Планеты делают из куриного, из свиного, из курино-свиного, из говяжьего. А дальше еще интереснее. Это не просто холодец, это трехъярусный торт. Внутри цветы и растения из овощей. А главное, что весит он 18 килограммов. Победить участники хотят в так называемой номинации на самый красивый и тяжелый холодец. Все натуральное. Здесь вы сами видите, здесь морковка, помидоры, лук, имбирь. Ну что там у нас, огурчики. Это настоящий исконно русский праздник. Можно принять участие в бое подушками, помериться силой, спеть частушки. Ой, милка моя, шевелилка моя. А главное, съесть холодец, правда, на скорость. Участие в традиционном состязании приняли как мужчины, так и женщины. Гастрономический фестиваль «Русский холодец» проходит 8-й раз. Территория тоже традиционно музейно-выставочный комплекс «Княжий двор» на территории поселка Большие Дворы. Количество городов, откуда приезжают участники, с каждым годом растет. Программа тоже обновляется. Неизменным остается одно – конкурс на лучшее приготовление холодца, причем повторов нет. Обратите внимание на этот студень. Здесь отображен логотип нашего техникума и специальности, по которым мы обучаем. Идея, ну как пришла? Провели маркетинговые исследования, поняли, что зимой такого мероприятия нет. Вообще холодцу не было посвящено праздника. Вот поэтому подумали, что гастрономический туризм, он очень популярен, набирает обороты в своем развитии. И решили придумать вот такой праздник, посвященный такому старинному русскому блюду. Причем это в этом году мы проводим в марте. Обычно это проходит в последнюю субботу января, поэтому это совсем зимний праздник. Пришедшие говорили, что нравится все. Приходили семьями, парами, многие не в первый раз. Сложнее всего на празднике поросенку. Ну и как, в роли свиньи никто не обижает? Нет. Холодец никто не хотел сварить? Нет, слава богу. Беру девушку, голову прям, и полностью ее. И специи, гомово там даже не пахнет. Хорошее веселье, отдых для всего города, вкусности разные, хорошее настроение – это самое важное. «Русский холодец» – действительно популярный гастрономический фестиваль, причем не только в Московской, но и среди других областей. Праздник недавно закончился, а зрители уже ждут следующего. А главное того, чем еще удивят их организаторы.